Всем привет, с вами канал Все Китай, и наконец-то мои руки дошли до игротеста суперконсоли X-Max. Если кто-то не в курсе, сделана она на базе ТВ-приставки H96 Max X3, которая, соответственно, на андроиде, и именно игры для андроида я сейчас вам покажу. Сразу отмечу, в этом видео игры только из Play Market, отдельно я закидывать ничего не стал. Ну и именно поэтому тут не будет многих популярных игр, которые вы, возможно, хотели здесь увидеть. Да и к тому же это Android TV, а у него и без того ограниченная библиотека игр. Тем не менее, я вам покажу полсотни игр. Что-то идет хорошо, что-то не очень. Это вы уже и сами сможете оценить. На экране я оставлю названия демонстрируемых игр, они в видео расположены в алфавитном порядке. А в описании будет весь список вместе с таймкодами, если вас интересует, как тут пойдет какая-то определенная игра. И да, я не пытался выбрать именно мощные игры, я качал, что попадалось под руку. Так что это видео, наверное, больше о том, во что на этой консоли можно поиграть на андроиде, а не про ее максимальные возможности. Хотя тут все понятно и так. Приятного просмотра. Can't swim. Move along, people. Nothing to see here. Thank you.
for this complication. No other way. All Woken soldiers are coming for us right now. I have to find a way to keep them busy. So I've short-circuited the containment system and let this monstrosity out. We'll deal with it later. Thank you.
Weapon upgrade. Weapon upgrade. Attention, General Mantis is approaching your position. Please be careful.
Whisper isn't here yet. There you are, Whisper. Extra ball is lit.